Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад вас приветствовать на онлайн-мероприятии Bosco Workshop. Меня зовут Игорь Моисеенко. Я представляю британскую платежную систему Paystree и занимаюсь развитием партнерских отношений. Сегодня я вам расскажу основную информацию о нашей компании, о наших платежных возможностях, о возможностях плодотворного взаимного сотрудничества, о наших особенностях и о наших преимуществах. Также вы узнаете, почему работать с Paystree быстро, надежно и легко. Итак, несколько общей информации о нашей компании. Компания Paystree образовалась в конце 2017 года. Получила лицензию учреждения электронных денег EMI, Electronic Money Institution. Также зарегистрирована центральным органом надзора за рынком финансовых услуг Великобритании, Financial Conduct Authority. Ну и активно мы начали привлекать клиентов уже начиная с осени 2019 года. И на данный момент успешно развиваемся. Центральный наш офис находится в Лондоне. Но, скажем так, у нас есть операционный филиал в Латвии, в Риге, и операционную деятельность специалисты у нас работают из Риги. Почему из Риги? Очень просто, потому что в Риге самые лучшие специалисты в области финансов и пейпинга. Наша бизнес-модель сочетает в себе как классические банковские услуги, и подход так и, естественно, передовые IT-технологии. И вот этот синтез обеспечивает нам высокий уровень сервиса для клиентов. В нашей работе приоритет номер один – это, естественно, безопасность передвижения денежных средств наших клиентов и безопасность личной информации клиентов. Поэтому этому вопросу мы уделяем очень много времени, сил, средств, чтобы использовать самые современные системы безопасности. Также мы всегда в тренде последних обновлений и изменений. И очень за этим следим. Наша команда разработала и внедрила самые необходимые для успешной работы внутренние политики, процедуры, мануалы, чтобы соответствовать действующему законодательству Великобритании, чтобы повысить внутренний контроль и снизить свои бизнес-риски. Механизмы контроля включают в себя, естественно, политику KYC, знай своего клиента, политику AML, предотвращение мобилизации средств, добытых преступным путем, естественно, и политику защиты по обработке личных данных наших клиентов, ну и общие правила сделок. Переходя к нашим преимуществам, сразу хочу отметить онлайн-регистрацию. Это означает, что процесс открытия счета происходит абсолютно удаленно, что, несомненно, очень удобно для клиентов. Клиенты таким образом экономят много своего ценного времени. А в ситуации с пандемией, сами понимаете, это вообще шикарный вариант, когда трансграничное перемещение лиц ограничено. Сидя у себя в офисе или дома, можно открыть счет удаленно полностью. Да? Я на онлайн-регистрации остановлюсь подробно чуть позже, у меня целый слайд на эту тему, и хочу вам рассказать подробно о процессе открытия самого счета. А сейчас дальше буду рассказывать о наших преимуществах. У нас удобный интерфейс. Вы знаете, это очень важно, чтобы клиент, заходя в свой личный кабинет, в свой интернет-банк, чувствовал себя комфортно. Да? Чтобы не было такой ситуации, что клиент заходит в свой кабинет и не понимает вообще, то есть контент устроен настолько неудобно, что не понимает, куда ему, на какую клавишу нажать. Я на самом деле
столкнулся на практике с такой ситуацией. Не буду называть название банка. Это был крупный банк в одной зарубежной стране. И когда я заходил в интернет-банк, ну, на самом деле это были какие-то ужасные мучения, потому что непонятно вообще куча информации, куда что заходить, трактованные понятия клавиши тоже были непонятны. Вот с нами такого не происходит. То есть, заходя в наш кабинет, клиент видит сразу точно, куда ему зайти и какие действия выполнить. Интерфейс устроен очень удобно. С левой стороны полностью панель для оперирования счетом, где есть иконки платежей, виды платежей, обмен валюты, сделать выписку, посмотреть тарифы. С правой стороны находится новостная лента. Соответственно, наши клиенты первыми узнают все новости, актуальные у нас, а также новости по отрасли в целом. И в центре находится главный такой, скажем так, для глаз блок. Это именно расчетный счет клиента, остаток и внизу вся история недавно выполненных транзакций. У нас двойные защиты интерфейсов. Соответственно, как я уже говорил, что приоритет номер один – это защита информации. И это двухуровневая защита. Первый уровень – это логин и пароль, чтобы клиент вошел в систему, и каждый платеж, либо конвертация, либо важная манипуляция по счету будет сопровождаться дополнительным кодом, который придет клиенту на авторизованный номер телефона или смс, и этот код необходимо будет указать в интернет-банк и нажать клавишу «Отправить платеж». Только тогда платеж уходит. У нас прямые SWIFT-платежи, то есть фактически отправитель средств и фактически получатель. На этом преимуществе я остановлюсь много подробнее, потому что на самом деле это очень важная наша возможность. Знаете, далеко не все финансовые институции могут похвастаться прямыми SWIFT-платежами. Мы можем, и расскажу немного о правилах соблюдения именно проводок этих платежей. Так как SWIFT-платежи непосредственно сопряжены с тесным сотрудничеством наших корреспондентских банков, корреспондентских отношений, соответственно, мы можем исполнять понятные нам платежи, в первую очередь за различные виды товара, за продажу покупку различных видов товара, либо понятных нам услуг, таких как логистика, транспортные услуги, ну, либо какие-то профессиональные услуги в виде образования, образовательных программ или услуги переводов, да, то есть все, что связано с оказанием таких профессиональных услуг. Что еще важно сказать по Свифту? Когда открывается счет клиенту, первые платежи обязательно мы просим клиентов согласовывать с нами, дабы не происходили какие-то неприятные вещи, почему платеж не ушел. То есть клиент предоставляет всю информацию о планируемом платеже, и мы подтверждаем, что все окей, все срастается, и тогда платеж уходит. Как только поставлены на рельсы такие понятные платежи, клиенту уже не надо ничего согласовывать, они будут очень хорошо. Далее мы называем себя дружественным финтех-банком, банкингом. Что мы здесь подразумеваем в виду? Знаете, есть такое мнение, что вот у некоторых, что
финансовые институции, платежные организации. Это такое что-то сложное, что-то непонятное такое. Вот, с нами это не так. Я уже говорил, что у нас синтез классического банкинга и новых IT-технологий. И, соответственно, мы понимаем своих клиентов и общаемся на доступном им языке. И даже самые консервативные клиенты находят там язык общий, потому что мы просты в общении и всегда можем решить вопросы клиентов наших. В конце прошлого года мы удачно запустили мобильное приложение для версий iOS и Android, и теперь наши клиенты, имея в руках мобильный телефон и интернет, из любой точки мира могут, зайдя в мобильное приложение, сделать любые манипуляции по своему счету. Возвращаясь к онлайн-регистрации, я хочу вам рассказать о самой процедуре открытия счета. Начинается процедура открытия счета с заполнения онлайн-заявления на нашем сайте. В заявлении, как правило, надо прикрепить... Это, оговорюсь, я, значит, сделал пример открытия бизнес-счета, потому что он более объемный. Этот процесс для открытия счета для физических лиц, для частных счетов очень простой. Возвращаясь к бизнес-счетам, в заявлении прикрепляются следующие документы. Копия паспорта распорядителя по счету, это может быть либо директор, либо доверенное лицо, да, и копия паспорта бенефициара. Подтверждение адреса распорядителя по счету и бенефициара не старше 3 месяцев. Ну, это может быть один из следующих документов, либо это счет за коммунальные услуги, или счет за телефон, либо это справка или выписка из банка. Также может быть еще какая-нибудь официальная справка из паспортного стола. Далее делается и прикрепляется к заявлению фото-селфи с развернутым паспортом в руках, чтобы паспорт был на уровне, можно сказать, груди, чтобы он был четко виден. И корпоративные документы компании на английском языке. Да, то есть стандартный пакет документов, учредительные документы, устав, выписка из регистра или сертификат incumbency не старше 3 месяца. Также, если у компании есть уже счета в других банках или были счета, но недавно закрыты, то мы просим предоставить банковскую выписку по счету за последние 3 месяца для того, чтобы убедиться, что да, компания на самом деле осуществляла активную деятельность, совершала транзакции под той деятельностью, которую заявила у нас заявление. Если юрисдикция компании подразумевает введение и подачу финансовой отчетностью, то тогда нам необходимо предоставить финансовый отчет за последний отчетный период. Эти все документы, когда все прикрепились эти документы к заявлению, клиент может спокойно нажать клавишу «Подать», «Submit», и мы сразу в системе видим это заявление с документами, мы делаем первую оценку этих документов. Если что-то не хватает наглядно, мы сразу сообщаем это клиенту на авторизованный email, пишем письмо. И также третий шаг подключается, да, то есть высылаем определенную ссылку на email на онлайн верификацию нашего партнера по нему дат. Вот это совершенно простой, легкий способ верификации, займем более 5 минут. Там просто надо... Мы советуем проходить эту верификацию с мобильного телефона. Это просто
проще оперировать, да, то есть там надо будет навести телефон экрана, чтобы попал овал лица в определенную зону, получается фотография, плюс клиент делает снимок своего паспорта и подтверждение адреса своего места жительства. И после этих манипуляций происходит уже AML-проверка нашего комплаенса, и если все в порядке, счет открывается. Примерно срок открытия счета – это неделя-полторы с момента подачи всех документов клиентам и с момента, если клиент отвечает полностью на все вопросы. Да? Ну, согласитесь, в наше время такие сроки, очень хорошие сроки открытия счета, поэтому здесь можно очень хорошо в этом плане сработать. Несколько слов о основных наших услугах и продуктах. Ну, естественно, это расчетные счета, как для частных клиентов, так и для бизнес-клиентов. Мы принимаем документы на открытие счета как резидентов Европейского Союза, так и дальнее зарубежье. Ну, исключение, конечно, только страны, запретные по обслуживанию страны, это Ирак, Иран, Ливия и так далее. И так далее по списку, да, и у нас индивидуальный, выдается индивидуальный IBAN-счет для каждого клиента, да, это тоже очень важно. По платежам, у нас прямые SEPA-платежи, то есть SEPA-платежи будут очень быстро, обеспечивают нам SEPA-платежи Центральный банк Литвы. Про SWIFT-платежи я уже подробно рассказал. На данный момент мы оперируем несколькими валютами. Это евро, доллар, рубль, юань. И наши возможности по валютам будут расширяться. У нас мультивалютный IBAN, что очень важно. Да? То есть клиенту не нужно специально открывать дополнительные счета для отдельных валют и платить за это комиссии, как в некоторых структурах. Имея один мультивалютный счет, клиент спокойно может оперировать разными валютами. И очень важно, мы постоянно развиваем наши корреспондентские отношения с разными банками, финансовыми учреждениями, чтобы укрепить наши платежи и сделать их еще лучше. Какие еще услуги мы предоставляем? Конечно, персональное обслуживание для каждого клиента. В нашей структуре есть отдельный наш отдел приват-банкиров, private banking. У нас несколько профессиональных приват-банкиров с более чем 15-летним опытом работы в разных банковских структурах. Поэтому самое лучшее обслуживание по самым разным вопросам ежедневным, да, клиенты у нас получают и очень-очень этим довольны, что они могут пообщаться с нормальными живыми людьми, а не с роботами. Это иногда бывает в других финансовых институциях. Мы удачно имплементировали в конце прошлого года расчетные карты, MasterCard для частных клиентов-резидентов Европейского Союза и Еврозоны, пока только для резидентов Европы. Мы предоставляем услуги интернет-эквайринга, поэтому мерчанты с хорошим и бизнесом, пожалуйста, welcome. Также развиваем и предлагаем white label проекты, да? То есть у нас уже есть успешные законченные проекты по white label, но вернее не законченные, мы в партнерстве их развиваем, да? То есть мы есть запущенные, мы запустили проекты уже вместе с нашими коллегами
партнерами их развиваем. По White Label я немножко расскажу еще. Дальше в разделе возможности по сотрудничеству. Несколько слов о профиле клиентов наших. Да? То есть, ну, вот начнем с частного клиента. Кто наш клиент? Это средние и малые предприниматели, ну, это фрилансеры, это могут быть физические лица с частной практикой без образования юридического лица. Очень большая здесь может быть палитра таких фрилансеров, да? Адвокаты, юристы, консалтеры, адвайзеры, учителя, репетиторы, ну, в общем, и так далее. Да? Это трудовые мигранты из стран СНГ, стран, которым необходимо открыть европейский счет для получения там, заработной планы, бонусов, да, и, соответственно, использовать дальше счет для личных нужд. И добровольные мигранты из стран ЕС, которым тоже в силу определенных причин необходимо европейский расчет. Частные лица у нас получают полный спектр услуг, да, это, естественно, как я уже обратил внимание на европейский валютный айбан, номер счета, полностью могут оперировать и внутренними платежами, и внешними платежами, как по сети, так и по свифту, пользоваться расчетной картой, расчетным счетом, как говорится, в свое удовольствие, резервируя гостиницы, арендуя машины, тратя деньги в интернет-магазинах, пожалуйста, здесь полная свобода для клиента. Стратегия по бизнес-клиенту профиль. Это средний и малый бизнес. Те юрисдикции компании, ну, в первую очередь, это европейские компании. Также мы берем набор и дальние зарубежья, такие юрисдикции, как Гонконг, Сингапур, Канада, Арабские Эмираты. Да, пожалуйста. Причем мы нет у нас требования, что учредители и бенефициары должны совершенно совпадать по своей юрисдикции с резидентностью, с юрисдикцией компании. Это может быть лица из третьих стран. Что касательно обслуживания офшорных компаний классических, то для нас это, естественно, high risk. И здесь мы можем сотрудничать, если необходима какая-то единоразовая операция. Ну, скажем, вот наглядный пример, если какой-то банк ликвидируется, и правительством государства гарантирована выплата в размере там 100 тысяч, да, мы знаем пример латвийского банка АБЛ, да, то вот для получения такой суммы мы можем открыть счет классическому офшору, чтобы клиент получил эту сумму и, скажем так, дальше ее увел уже в другое место, там, на другой свой счет, да, после чего офшорную компанию мы закроем. И еще, значит, профиль, возвращаясь к профилю, конечно, мы актуальны для тех компаний, которые занимаются ВЭДом, да, то есть внешнеэкономической деятельностью, для которых нужны международные денежные переводы, расчеты со своими контрагентами, со своими поставщиками, покупателями, да, и так далее. Приоритетные виды деятельности – это международная торговля, экспорт-импорт, логистика, таможенные блоки, все, что связано со строительством, естественно, интернет-магазины, IT-индустрия, софт-девелопмент, интернет-платформы, форекс, туризм, электроника, продукты питания, напитки, ну и другие приемлемые виды деятельности. Pastry – это прекрасное решение для расчетного бизнеса. Как вы знаете, что большинство банков классических существенно изменили свою политику в отношении нерезидентов.
И в итоге большинство клиентов остались без расчетных счетов, без транзакционного бизнеса. А мы как раз-таки наоборот, welcome таких клиентов, мы очень любим транзакционных и обеспечим для них самые эффективные быстрые решения по платежам, включая, естественно, все поисковые платежи. Мы открыты к сотрудничеству. Мы ищем хороших партнеров и агентов для взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество может происходить в двух плоскостях, Это заключение классического агентского договора с целью привлечения новых клиентов. И в этом смысле агент просто привлекает к нам клиента на открытие счета и получает за это комиссию по двум параметрам. Это определенный процент от нашей комиссии за открытие счета и определенный процент от прибыли с каждого платежа, который генерирует клиент, привлеченный агент. Вторая возможность – это уже больше партнерства в качестве нашего EMD-агента для осуществления проектов white label, да, то есть за счет нашей технической платформы, наших технических возможностей и нашего ресурса те партнеры, которые хотят тоже заниматься скажем так, платежным бизнесом под нашим руководством, пожалуйста. У нас есть отдельный специалист в компании, который занимается EMD-агентами. То есть я могу обеспечить правильный онбординг этого клиента, а дальше мой коллега подключится уже по конкретике white label. Ну и немножко про требования к нашим агентам. Все-таки немножко мы хотим, чтобы наши партнеры, агенты, ну, понимали или имели минимальный опыт в сфере открытия счетов для международных клиентов, потому что мы просим, мы можем делать большой причеп клиента, да, соответственно, партнер сначала должен прислать нам какое-то описание клиенту, бизнес-профайл, да, и тогда нам будет проще оценить возможности по открытию. И мы придерживаемся такой политики, что наши партнеры-агенты должны становиться нашими клиентами, то есть должны пройти идентификацию и открыть счет. Но счет для наших партнеров и агентов мы открываем к эксклюзивным условиям, быстро, дешево, и начинаем сотрудничать. Уже мои коллеги, это был предпоследний мой слайд на моей презентации, в конце наши контакты, мы широко представлены в интернете, заходите на нашу страницу, на нашу страницу в Фейсбуке, в Инстаграм, также мой прямой email, общий email, welcome, да, то есть пишите, мы всегда рады общению с потенциальными партнерами и клиентами. Ну, благодарю большое спасибо за внимание. Было интересно попробовать этот формат. Я первый раз в онлайн формате. Хотя с Bosco Conference давно дружу, был неоднократно на очных конференциях. Спасибо большое Bosco Conference за такую возможность. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте. Игорь, спасибо большое за презентацию. Во-первых, может, вы первый раз участвуете в онлайн-конференции, но вы четко вложились в отведенную для вас. Большое спасибо за то, что вы так придерживаетесь регламента. Да? Есть пару вопросов, на большинство из них, которые возникали по ходу презентации, вы фактически отвечали. Да? Вот под конец возникло еще
коротенькие вопросы. Если вы позволите, я вам сейчас озвучу их. А в отношении счетов физических и юридических лиц клиентов из стран СНГ, какие предпочтительные валюты, в которых вы можете открывать счета? Есть ли какие-то тут ограничения или специфика? Ну, про валюты я рассказываю, на слайде это было показано. Вот все эти валюты, которые я перечислил, мы можем их оперировать в... Ну, нет какого-то приоритета, да? Okay. Ну, понятное дело, если мы говорим про СЕПА платежи, то это евро, но и тут нечего обсуждать, да? Но если это свифтовые платежи, то доллар-рубль, если это согласованный платеж красивый, то вообще никаких сложностей нет. Еще последний вопрос. Есть ли возможность открыть карту для британской компании, которая является резидентом Украины? Вопрос про корпоративную карту? А насколько я понимаю по вопросу, да. К сожалению, мы пока не... Не выпускаем карты корпоративные, только для физических лиц сейчас так, да, то есть для резидентов Европейского Союза. Но это вопрос будущего нашего развития. Да, то есть, корпоративные карты. Мы обсуждаем этот вопрос уже с нашими партнерами. Так что это все будет, но надо подождать. Понятно, спасибо большое. Вопросы еще поступают, я думаю, мы их оставим уже на Q&A-сессию после всех презентаций.